Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Olifon Armor 17 Pro. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс DRM лицензии. Итак, для начала нам нужно зайти в приложение настройки. После чего мы проходим в раздел «Безопасность». Здесь мы выбираем «Шифрование учетные данные». Далее мы видим блок «Хранилище учетных данных». Тут будут все наши лицензии, собственно. Чтобы все это дело сбросить, нажимаем «Очистить учетные данные», нажимаем «Ок». И вводим пароль для подтверждения действия. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.